Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Наверное, у каждого в этой жизни в самый неподходящий момент отключался интернет, оставаясь один на один с галереей, календарем и калькулятором, без закачанных игр на телефон. Но сегодня мы это исправим. Привет всем, я Личи, и сегодня я покажу 10 игр на твой телефон, которые не требуют интернета. Гагфу Элджин Реборн. В этой игре нам придется защищать национальные сокровища культуры от разрушителей мира, играя за мастера боевых искусств, который должен встретить судьбу и раскрыть силу священной золотой узы. Много различных приемов, комбинаций и уровней. Danger Shooter – это вселенная инди-игры, которая нам всем знакома. Она имеет много особенностей, в которые приходится погружаться в гробницы и подземелья, чтобы сразиться с различными тварями и найти сокровища. В игре очень много врагов, также с собой можно брать домашнее животное и проходить игру вместе с ним. А также разработчики добавили много нового оружия в последнем обновлении. 321 Shot Out. Это крутой шутер от первого лица в жанре экшен. Тут вы далеко не соскучитесь. Крутая графика, топы умных врагов, большой арсенал оружия, много локаций и все это в скоростном режиме. Ну а эта игра, я думаю, не нуждается в представлении. И это Спанч Боб Бикини Боттом. Поиграйте за любого Спанч Боба и спасите Бикини Боттом от злого планктона и спасите фирменный рецепт крабсбургеров. Я думаю, это все, наверное, хотят сделать. Следующая игра мне напоминает Майнкрафт, Копатель и что-то средневековое. King of Reed. Исследуй огромный мир средневековья и раскрой тайну великого мира King of Reed. Очень простое и легкое управление, которое подойдет для любителей пройти миссию перед сном. Ну а эта игра называется Cat Killer. В ней мы будем играть за кролика по имени Кей, который, видимо, не очень любит котов. Это динамичная, но очень простая игра, в которой движения ваших пальцев оживляют нашего героя. Куча уровней и режимов боевки. Для истребления котят вам придется купить себе очень много оружия и прокачивать его во время игры. Spectrum Break. Ничего толком сказать не могу. Обычная залипаловка, в которой мало гравитации и просто, ну, очень красивая картинка, которой можно сидеть и наслаждаться хоть в вечность. А в этой игре нам придется поиграть за настоящий смерч, сметая все на своем пути. В нашем распоряжении большая карта, на которой много домов, машин, построек, огородов и всякой сельской штучки. И это все нам нужно будет снести к чертам собачьим. Сметаем все на своем пути и зарабатываем монетки, чтобы прокачать свое торнадо и выйти на 95 уровень и посмотреть, что будет дальше. Ну а следующая игра — это Drift Ride. Крутая гоночная симуляция реальной езды на крутых машинах по главным дорогам Нью-Йорка и Калифорнии. Покупайте тюнинг и ускоряйте свою тачку, чтобы быть самым быстрым на дороге. Ну и последняя игра в этом списке — это GDM Racing. Игра наполнена крутыми японскими тачками. Акцент игры стоит именно на дрифте, чтобы вы заметили, а не на гонках. Поэтому торопиться и приезжать первым абсолютно не важно. Главное — красиво повернуть. И очень самое главное, в этой игре много кастомизации. То есть можно настроить себе колеса, цвет машины, может быть даже тонировку, спойлеры и все то, что может сделать кастомизировать машину, то есть там фары, разные цвета, все это есть в этой игре. Поэтому вот лично за нее я могу сказать, что я в нее играю уже более 3 недель, и вот лично мне она больше всех зашла. Поэтому можете также со мной заходить поиграть, мне лично она очень нравится. И если какая-нибудь игра вам из этого списка понравилась, то переходите по ссылке в описании и скачивайте ту игру, которая вам нужна. А кто досидел до этого момента, может поставить лайк прямо сейчас, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. С вами был ваш любимый Личи, и всем до скорых встреч!